зачем? И так вся моя жизнь притворство. И на работе, и со всеми вами, и с тобой тоже. Это твоя подружка. Она же ноги об тебя вытирает. Не знаю, зачем я тебе это говорю. Сейчас я звоню в мобильник, и ты про меня забудь. А ты? Я тебя даже уважаю. Тебе на всех наплевать. А ты? Лично показываешь, что ты счастливее меня. Чтобы я не забыл, что моя жизнь отстой, я смотрю на тебя, сравниваю и вспоминаю. Круто, да? Ты две недели как стал геем, а счастливее меня с моими тёлками. А знаешь, зачем она напекла эти кексы? Зачем вообще тебя позвала? Чтоб ты повеселился? Нет, она хочет секса с тобой. Но самое обидное, что она тебя любит. Все тебя любят. Ты идеал. А вот я нет.